сегодня будем распаковывать в садике. Сначала их купить нужно? Да. Погнали. Попробуем угадать, что там попадется. А что там может выпасть, Маша? А ну-ка, вот, Я не знаю, там показывают попу. Попу. Хорошо, это один, второй. Я положу. Давай. Здесь могут быть что? Что-то куда? Светящееся. Сюда. Браслеты красивые. Да. О, браслеты, это прикольно. Ну-ка. Два. Давай, третий, Маш. Сюда уже. Получилось? Я какой-то достала его. Выпал? Да. Да, выпал. А так вот, ребята, у вас на глазах 120 гривен на 3 маленьких шарика. Это не маленький. Большой. Там дальше были еще интересные игрушечки. Пойдем еще там попробуем. Окей. Давай. Автоматы с сюрпризами. Какие ты хочешь попробовать? Это была одевать. Вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Все хочешь. Вот эти вот два вообще прикольные. Давай, так, давай. С какого здесь начнешь? 1,50. Один. Вот здесь непонятно. 1,50? Да. Держите пока два. Машка. Какой первый, Маша? Ну вот это, наверное. Сколько вот здесь? С Пеппой, мне кажется, не очень интересно. Давайте вот этот сначала попробуем. Какой? Да. А он что? Тут не видно. Ну давай один. А, один! Нет, а другой, ну давай мы попросим. Куда вы сюда? Там. Вот. Выпал? Ну, это прикольное очень. Давай теперь с фруктами попробуем. И последний, держите, евро 50. Вот такую красивую собачку. Смотри, Машунь, какая классная. Ты достала или нет? Достала. Достала точно? Чтоб ты не забыла ничего. Давай. А, подожди. Мне вот сюда вот нужно 50, а вот сюда вот еврик ложи. Крутим. Ну-ка, Маша, подожди. Какой тебе цвет больше всех нравится, Маша? А мне розовый и вот этот. Все ей нравятся. Да, все. Будет интересно, какой попадется. Хорошо. Сколько всего шариков у нас вышло? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Класс. Едем домой, будем распаковывать, да? Да. Ничего не открывать, сюрпризы. Давайте начинать. Какой первый? Этот. Секретным замочком. Его не открыть! Его запилки! Начинайте с другого. Ладно, я хочу. Вот этого! Давай, Маш. Давай я тут попробую. Мне с ножниц. А следующий Дима пусть поможет, хорошо? Они одинаковые! Посмотрим, что внутри. Ладно. И что же там будет? Ова. Купаничка! А ну покажи поближе. Это помидор. Класс. Купаничка. Доставай из пакетика. Или малина вообще. Что это? Какой сливок? Вот это. Я хочу посмотреть, просто что вообще. Я хочу посмотреть. Давайте купаника. Это, наверное, малина или что это? Клубничка. Да, малина, думаю. Класс. Тебе нравится? Да.
Давайте второй, что там за сюрприз? Я пока что эти открою, чтобы потом было удобно. Это не открывается сложно. Вот. Виноград? Да. Здорово. Круто. Везде фрукты, что ли? Да. Вот это? Подожди. Вот этот. Это ты ложишь напоследок, да? Да. А потом вот этот. Мальчаш. То есть вот этот. Ладно, вот этот. А чего вы взяли, что мальчаш? Там машинка. Кто знает? Это не машинка. Маша, коричневый песик. Нет, это не коричневый. Коричневый, Маш, ты что? Ты же видишь, что он коричневый. Песик? Да. Ну, зато доставай из пакетика, чтобы было видно, это, какой. Так это у меня ножничка, да? Да, я открою. Но я это легко, Маша. Отрезать. Ты сейчас песика если порежешь, чтобы вот. Ладно, вот. Посмотри, я не забыла просто. Шарик. Покажи. Какой песик. Классный. Сколько осталось шариков? Два. Три. Потому что я это до сих пор крутила. Вот это. Хорошо. Там какая-то жижа. Жижа. Вот. А тут две игрушки. Машуля, открывай. Сможешь? Да, там детеныши этот показано было. Да. А, они липки, они на стену. Маленькие. Покажи, малыши. Покажи поближе, Маш. Покажи, малыши. Петушок. А второй кто? Слоненок. Цыпленок и слоненок. Вот это. А, это, наверное, найти пару можно будет потом. Хорошенький. Кто остался еще? Нет. И не открытый. Открываем этот? Ладно, да. А почему ты мне не даешь смотреть? А мы этот виноград не откроем. Открывай. Открой. Что это? Что-то непонятное. Мотоцикл? Да. Мотоцикл, да. Покажи поближе мотоцикл. Покажи поближе. Так, ну что, нужна помощь зала, чтобы открыть один шарик. Техническая пауза. Он так закручен, все-таки смогли открыть эту игрушку. Маша, давай посмотрим, что там. Цепочка какая-то. Вот так вот. Цепочка. Ух ты, Хеллоу Китти. Хеллоу Китти, да. Жук-пот какой-то словили, наверное. Ого, упаковки у них, конечно. Рекламная пауза. У вас есть ножницы, если нужно. О, а вот надрывать нужно. Во-во-во. Машка, смотри, что там. Ой! Что это, Маша? Капец! Это, представляешь, браслетик. Вот покажи браслетик, ближе. И тут могут разные попасться, чтобы украшать. Это самое крутое. Покажи поближе. Давай цепочечку открою. Нет, Машу. Я посмотрю, если она. Я смогу. Тут цепочка. Маша, ну давай быстрее, чтобы было. Сейчас. А, тут опять пакетики какие-то. Везде сопровождают меня, блин, пакеты, которые невозможно открыть. Где ножницы? Я пока найду мои. Так, мне попалось... Вот там еще это. Зачем-то странно написано. А, вот это. Вау, смотрите, какой. Покажи. Браслетик прикольный. Машунь, это самый классный сюрприз? Да, смотрите. Или что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось вот это. Мне больше всего собачка понравилась, прикольная. И вот собачка-то. Смотрите, вот это я уже нашла, а вот это я еще... О, ой, вот зайка это. Какой красивый. Хеллоу Китти и зайка, ты сможешь, давай попробуем их прицепить и тебе оденем, да? Да. Сейчас я тебе их прицеплю быстренько. Прикольно. Реально, самый крутой. Мне еще понравилось вот это. Фрукты?
Классно. Вот, смотри как. Ну-ка. Ну, это, конечно, мы немного неравномерно их натягиваем. Давай, я одену. Надевай. Ой. Я не спец вообще в одевании браслета. А, тут все легко. Вот такие сюрпризы попались Машуне. Клубничка. Это не попалось. Клубничка. Мотоцикл. Цыпленочек, да? Цыпленок. Слоненок, виноградик, собачка и ничего. И еще браслетик. Да, браслетик. Хорошо. Говорите всем пока. Всем пока. Ставьте лайки. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Шкура Фэмили. А с вами были Машка и Саня. Всем удачи и всем пока.